Ощущаешь ли ты, что Господь очень близко? Или духом своим погрязаешь в земном? Если так, ты находишься, друг, в группе риска. Пропустить важный миг встречи с нашим Христом. Ощущаешь ли ты, что Господь очень близко? Или пища иная питает твой дух? Лучше в комнате тайной склони сердце низко, покаянием прервав этот замкнутый круг. В чем застанет Господь, когда вскоре вернется? Может быть, непрощением опять поражен? Может быть, от обид сердце не отречется? Концентрируясь снова на эго своем. Ощущаешь ли ты, что подходят все сроки? Что отпущено здесь нам немного совсем? Замечаешь ли ты в жизни Божьи уроки? Как Господь привлекает к себе каждый день? Ощущаешь ли ты, как любовь охладела? Грех и зло воцарились на троне давно. Все пророчества Божьи свершаются в деле. Неужели в суете ты не видишь того? Что сегодня ты ждешь и чего ты ищешь? Может быть, ты душою к земному прирос? Неужели ты голос Господень не слышишь? Сея близко, через беды вещает Христос. Ощущаешь ли ты, как сгущаются тучи? Как ночи полумрак во вселенной ползет? Это значит, что в полночь раздастся глас звучный. Просыпайтесь, жених ваш желанный грядет. Твой светильник потух? Где же масло добудешь? На других не надейся, самих только впрок. Ты сегодня желанием похоти служишь, забывая, что спросит за все строго Бог. Ощущаешь ли ты, как покой, безопасность усыпляют людей, даже избранных здесь? Пусть встревожится дух, оставляя всю праздность, осязая во всем о пришествии весть. Ты не думай, что Бог задержался в дороге. Может быть, только миг для тебя и меня. Может быть, в этот час распахнутся чертоги. Ты увидишь во славе Иисуса Христа.